Закрепите монтажную нить на крючке. Для формирования тела обмотайте нитью виток к витку цевьё, сначала по направлению к загибу крючка, затем обратно. Для изготовления ёршика закрепите около колечка куриное перо. Сделайте пером один оборот. И закрепите его вплотную к колечку. Затем отрежьте лишнее. Отогните все бородки ёршика назад и намотайте небольшую головку. Сделайте завершающий узел. И отрежьте нить. По необходимости расправьте ёршик. Все, мушка готова.